Наконец-то выходит мой третий влог. Он немножко задержался, но я постараюсь наладить стабильность. Также он получился немножко длиннее. Я буду рад слышать ваши отзывы. Оставляйте комментарии внизу. Также не забывайте подписываться и ставить лайки. Доброе утро, ребятки. 6 часов утра. Стартуем на Гран-при Австрии. Пока что хочется спать. Включай, говорю. У трека в Австрии 1600 километров, что за день проехать достаточно трудно, поэтому мы всегда выезжаем в среду с утра, едем весь день, ночуем где-нибудь за 300-400 километров до трека. Вот, на следующий день, в четверг, уже с утра выезжаем и где-то к обеду приезжаем на трек. Смотрите, какой я нашел крутой камень на заправке. Интересно, кто там живет? Мы сейчас в Ницце, скоро въезжаем в Италию. Осталось нам 696 километров до отеля. Доброе утро! Четверг, 11 августа, мы проснулись в отеле в Италии. Сейчас идем завтракать и все, уже выезжаем в сторону Австрии. Говорят, там на треке холодно очень, несмотря на то, что сейчас август месяц. Сначала заедем, заберем папу моего. В Италии литр дизеля стоит 1 евро 52 цента. Примерно на 55 центов дороже, чем в Испании. Получается 100 рублей за литр дизеля. Космос вообще. Именно поэтому мы в Италии не заправляемся. Не заправляйтесь в Италии. Толкайте машину, будет дешевле. Ехали в Австрию. На одну неделю купили винетку. Стоит 8 евро 80 центов. В Австрии цена 0,96. Лайк, заправляемся. А нас папа уже ждет. Ловлю, давай. Красавчик. Прилетом. Ребят, прибыли. Безумной красоты трек. Топаем к нашему рукисовскому гаражу. Папа моими ботинками заходит в госпиталити их нить. А вот так выглядит на Red Bull ринге наша госпиталити Red Bull. О, ребят, зацените, по-русски написано. Обычно у нас стоит просто вот два грузовика вот так, а здесь такой еще небольшой садик с фонтаном. Я никуда не пойду. Нам и работать сегодня не буду. О, а это 125-ка. Стульчик. Здесь шлема, мой самый красивый. Комбезики новые. Красавец. Сейчас пойду покажу вам, где у нас мойчики стоят. Здесь у нас шлема Шуберт, здесь у них такой сервис небольшой. Чистят визоры, меняют. Или вообще вот этот на въезде супер крутой. Сейчас едем вместе с мотоциклами на стартовую прямую. Нас там всех 25 человек расставят. Будем запускать какие-то большие метровые шары. Мы должны были уже 20 минут назад быть на стартовой прямой, и уже весь должен был идти этот ивент. Но в итоге что-то задерживается, пока непонятно, когда мы туда поедем. Мы уже успели замерзнуть, одели куртки, и уже успел пойти дождик. Короче, выставили нас на стартовую прямую, рандомно, но я успел шестое занять. 25 шаров в честь 25-летия MotoGP, начиная с 92 года, все чемпионы. То есть у меня попался шар, 97 год. Духан выиграл в 97-м.
ивент на стартовой решетке. Сейчас бегу по трассе, выход с первого поворота, вот такой здесь прямик. Просто нереально, перепады высот. Безумно красивейшие альпийские зеленые газоны. Пятый поворотик, первый левый. На этом треке 9 поворотов, из них 7 правых и только 2 левых. Притом эти 2 левых, они идут друг за другом. Левая сторона покрышки, она будет довольно холодной. После 7-го поворота идет прямик. Были там вроде равнины, виды, да, горы. После 7-го поворота как будто просто въехал в лес. Разноцветный трек. Здесь очень важно попасть в апекс и рано открыться, потому что впереди длинный прямичок. Покрытие вот здесь вот черное, оно абсолютно то же самое здесь, асфальт, и он туда продолжается, вплоть до вот зеленой. Ну, видимо, по каким-то правилам безопасности, возможно, вот из-за вот этой стены, они сдвинули вот примерно на сколько, на 5 метров. Переодеваюсь, ужинаем и уже стартуем в отель. А, подождите, самое главное, финишная черта, финишная линия, не так уж она и далеко от поворота. Самое главное, фотофиниш. Возникли большие проблемы по заселению в отель. Нам сказали, что нету мест. В общем, мы долго стояли, выясняли вопросы на ресепшене. В итоге нам нашли другой отель, который от того отеля на расстоянии 4 километров. Но эти все 4 километра мы ехали тупо в гору. Завтра в бой. Завтра у нас две практики и квалификация. Проснулись мы в пятницу. А у нас вот такие виды. Провели первый брифинг. Тем временем на улице все еще 8 градусов, жутко холодно. Откатали мы первую свободную практику. Очень много длинных прямиков и очень мало поворотов. Поэтому нам мешают всякие 20-30 килограммовые ребятки, которых на прямой едет мотик гораздо быстрее. Чуть раньше тормозить, намного раньше открывать газ, тогда это поможет отыграть немножко на прямой. И поставим звезду немножко покороче, тоже чтобы было больше тяги. Ну вот и завершен первый день, проехали во второй практике, улучшился, проехал в третьем, было здорово. Пекко. Было здорово, но в квалификации не смог улучшиться. В итоге 10-й, ну ничего, блин, завтра да или да нужно всех расталкивать локтями, ногами, чем угодно, и буду пробиваться вперед, да или да, потому что 10-м я уж точно не хочу быть. Сейчас мы проведем вам с Чавиком небольшую экскурсию по Red Bull Ring и тому, что здесь есть. Уже 9 часов вечера, мы тоже сейчас собираемся, едем в отель. Вот наш бокс, все красавицы спят. Добро пожаловать, гоночные фанаты. Всем привет, сегодня суббота, 13 августа, первый гоночный день в Австрии. Утро, как обычно, свободное, гонка у нас после обеда в 4:30. Сейчас идет третья свободная практика Moto2, а я пришел вам показать вот такого вот гигантского быка, который здесь находится в середине трека. Очень впечатляет своими размерами. Идет
квалификация Moto3, я приехал на третий сектор посмотреть немножко, как ребята едут. А вот они, те самые прототипы MotoGP, которые со следующего года будут также гонять. Вот и настало время первой гонки в Австрии. Переодеваюсь и в бой. Была такая длинная гонка с баталией. Где-то на четвертом круге я уже ехал пятым, при том, что стартовал десятым. С Фернандесом на торможении в четвертый поворот, спуск. Мы с ним параллельно тормозили, но оба профукали немножко точку торможения, вот, но он был внутри. Он как бы не вписался в поворот, а я еще больше не вписался. В общем, меня все проехали, я спустился до 10-го, группа немножко уехала даже. Поскольку здесь, если ты допускаешь ошибку на торможении, то ты потом теряешь всю прямую. А прямых здесь очень много. Ну вот сами посмотрите, с кем трасса. Просто вот так, поворот, прямая, поворот, прямая. Примерно так весь трек. И я ехал там 8-й, 9-й. Под конец в итоге догнали мы снова там Фернандес, Флорида и Скиннер. Вот, и я их ходом всех обогнал, и на последнем кругу ехал пятым. Вот, ребята первые четверо, конечно, так подъехали, но они легкие, да за ними очень трудно держаться. В итоге я приехал шестым. Конечно, хотелось бы быть в тройке, на подиуме. Здесь трудно из-за такого количества прямых. Но ничего, завтра еще одна гонка. Постараюсь уже без вылетов, без ошибок. Доброе утро, ребята. Сегодня второй гоночный день для нас. Red Bull Rookies Cup. И гоночный день для MotoGP, Moto2, Moto3. Сейчас 8 утра, мы приехали на парковку. Уже движуха, пробки, как обычно. А здесь на парковке такой стоит мега крутейший бусик от Red Bull. Старый такой. Блин, у Red Bull столько всяких прикольных штук. То, блин, какие-то ретро-мотоциклы с коляской, разукрашенные Red Bull'ом. То вот такие автобусы, то какие-то грузовики.